Страх. Страх – это такое коренное чувство, которое управляет твоей жизнью. Вот, ты боишься что-то начать, ты боишься остаться без денег, ты боишься, что что-то может произойти, ты боишься, что что-то, блядь, у тебя не получится, понимаешь? И вот эти страхи, они управляют твоей жизнью и не дают тебе двигаться вперед. Но по факту эти страхи – это просто твои внутренние ограничения, твои внутренние мысли, твои внутренние убеждения. Потому что пока ты не сделаешь действий и не проверишь, ты так и будешь думать, так и будешь сомневаться. Но когда ты сделаешь действие, ты получишь результат. Независимо от того, положительный он будет или отрицательный, это будет результат. И на основании этого результата ты уже сможешь сделать выводы. Получилось у тебя, не получилось у тебя, что у тебя не получилось, что ты можешь сделать в другой раз по-другому, что ты можешь изменить в своих действиях. Понимаешь? А когда ты боишься, когда ты не действуешь, когда ты не делаешь ничего, вот эти страхи, они просто остаются в твоих мыслях. Но дело в том, что страхов по факту их нет. И когда ты идешь в страх и начинаешь делать, он просто испаряется, разрушается и освобождает твои мысли, твою голову. Поэтому не бойся, не переживай, а просто бери и делай. Тупо делай. Независимо от того, какой результат ты хочешь получить. Независимо от того, какой результат получится. Просто нужно брать и делать. И на основании этих действий производить анализ.